Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня на моем канале появляется новая игра, которая называется Car Parking. Не знаю, почему-то мне эта игра очень нравится, и я ее решил снимать. Она про автомобили, здесь много возможностей в этой игре, и я решил, почему бы и нет. Сейчас я нахожусь вот тут вот в горах по пути к новому дому в этой игре. Вот, буду жить в городе, ну, наш персонаж будет жить в городе. И мы сейчас как раз направляемся в тот город. Вот, по пути я решил заехать на заправку, потому что полбака осталось. Так, вот чирикают птички. Денег у нас 14 215 рублей. Сейчас заправимся, станет еще меньше. Я нахожусь вот на такой приоре. На номерах ЕКХ 77743. Вот здесь стоит такая Камара, там Nissan GTR. Тут палас валяется какой-то. Так, машины все дорогие, но у меня тоже вот на дисках тонировка, аэрография, короче, все на стиле, так сказать. Вот еще выхлопная труба. Так, давайте сядем в машину и поедем заправимся. Так, давайте сядем в салон. Сейчас заводим двигатель. Так, и едем. Сначала сейчас заеду на заправку. Так, включаем поворотник, все по правилам. Так, давайте посмотрим, как это все было сейчас выглядеть. Так, нужно было с той стороны подъезжать, ну ладно. Так, заправка пошла, как-то очень странно. У нас пистолет этот поставился, промахнулся мимо. Так, ну ничего страшного, главное, чтобы заправил. Так, все, ждем. Кстати, вместо знаков АвтоВАЗ здесь какая-то буковка L, нужно будет такие поставить. Так, с нас сняли 82 рубля. Ну, как полагаю, здесь доллары, а не рубли. Так, ну и давайте выезжать. Сейчас нам нужно будет ехать до того города. Так, сейчас немножко так вот выеду, что нужно развернуться. Лихачу так вот здесь прям по заправке. Так, давайте выезжаем с поворотниками. Все так, как горит зеленый, переезжаем дорогу, выезжаем. Так, здесь какой-то стритрейсинг у нас был по ходу дела или будет. Так, и едем. Чуть не влепился еще. Ехать, естественно, далеко. Сейчас сначала поеду по горной местности, а потом, естественно, поеду в сам город и покажу вам новый дом. Это будет не дом, а квартира в большом таком доме. Так, все, едем. Так, меня вот напрягает эта прорисовка, которая буквально через 20 метров. Пустота, и тут же она заполняется. Это не очень приятно. Так, наваливаем на априори уже. Под 140 летим. Главное не попасть в аварию. Так, тут у нас катятся такие такси. Везут ребят. Так, по карте я помню, куда ехать. Так, сейчас скоро будет поворот. Но вот мы его проехали, но нам не туда. Нам все прямо. Нужно ехать. Так, тут у нас какой-то мост появился. Так, едем. Резкий спуск. Слишком сильно разогнался. Вот, остановился сейчас немного передохнуть от пути. Вот, на аварийках тут встал на обочине. Вот, смотрю, здесь такая природа, камни, главное, чтобы они не обвалились прямо на приору. Вот, птицы здесь летают. Мы уже на подъезде к городу. Ту местность я проехал. Так, давайте по-быстрому садимся в нашу приору. Так, давайте. Поехали. По пути ничего такого не было. Только вот здесь такая тоже местность горная. Приходится по ним ехать. Вот видим, спереди у нас все горы здесь. Так, сейчас нужно будет доехать до города, и я вам покажу этот дом, в котором буду жить.
Нужно будет устраиваться на работу, естественно, чтобы зарабатывать деньги. Сейчас все зависит от вас, дорогие зрители. Если видео наберет 500 просмотров и 30 лайков, то эта игра остается на моем канале. Если нет, то эта игра вам не нравится, ее никто не смотрит, так что и смысл ее снимать я не вижу. Так, тут у нас едут две БМВшки. Так, тихо-тихо. Что-то они еле-еле плетутся вроде бы на БМВ, а нисколько не едут. Так, вот у нас все камни, деревья. Нужно было, кстати, напишите в комментариях, вот как это исправить. Потому что такая прорисовка меня раздражает. Так, они какие-то пьяные вообще едут. Вгоняем их. Без поворотника. Конечно, так, это у нас Audi тут едет. Что-то еле-еле ездят тут. Так, вот, заезжаем в туннель. Там у нас небеса спереди. И тут же появляется туннель, свет в конце туннеля. Да, так. Вот, выезжаем из туннеля. Здесь у нас, вот, видите, погода хорошая, солнце. Вот, небо видно, правда, небольшая облачность. Так, у нас тут поворот опять. Вот, непонятно, что будет спереди, за препятствием. Можно сказать, наугад едем просто. Очень неудобно. Так, тут у нас какой-то контроль. С нас деньги сейчас, наверное, всегда. Минус 5 баксов. Так, и мы уже подъезжаем к этому городу. Вот тут мост, да. Сейчас перестроимся. Перестраиваемся с поворотником. Обгоняли по сплошной без. Так, вот это дом. Вот слева он. У нас какие-то 200 км в час. Так, давайте поворачиваем туда. Так, вроде бы зеленый горит. Давайте заезжаем. Вот такая вот парковочная зона здесь будет. Вон, давайте, думаю, она никем не занята. Так, все, давайте ставим паркинг, ручник, глушим двигатель и выходим. Так, камеру такую вот сделаем. Вот, все, мы приехали на Приоре. Кстати, пишите, как вам Приора. Тут у нас он тоже Nissan GT-R стоит. Вот, все, приехали. Наконец-то. Дом. Вот это вот тут, вот это вот не дом, здесь больше магазин, вот дом. Я имел в виду слева, который стоит. Ну, давайте к нему подойдем. Вот здесь 8 этажей, я буду жить на 7-м. Почти что на самом верху буду видеть весь город. Вот здесь, правда, автострада рядом. Так, ну сейчас нужно сходить куда-нибудь покушать, потому что долго ехал, вещи разбирать буду после того, как. Вот. Мне еще должны вещи завести. Так, у нас что-то персонаж вообще тупить начал. Назад не идет. На бордюр не заходит. Так, это значит, нужно скорее поесть. Так, мне сказали, здесь неподалеку есть типа на типа Макдональдса. Так, думаю, здесь можно переходить. Ну, раз меня не сбили, значит, можно. Так, здесь какие-то у нас камни, украшения, город какой-то мертвый, никого нету. Может, зря я сюда переехал. Так, давайте вот бежим прям по дороге. Так, русские приехали. Весело так. Все, перебежали. Дорогу здесь у нас какие-то объявления. Скорее бежим, как дикие. Столовую поесть. Вот, кстати, красивая там штукенция такая. Так, здесь какие-то пончик у нас какой-то тут. Так, триггер, кстати, эту потом можно будет выкупить. Столовую будем там питаться всегда. Так, ну вот здесь скамеечки. Так, так, интеллигентно идем по тротуару, а до этого бежали поперек дороги. Так, где тут вход? Вот, я уже вижу. Так, вот. И тут можем выбирать еду, только здесь никого нет, но ничего, подождем. Вот, деньги есть, машина на сигналке, все супер. Так, а, кстати, машину-то я как раз и забыл на сигналку поставить. Так, ну, думаю, с ней ничего не случится. Так, ну, давайте сейчас я буду есть, потом мне привезут вещи. Еще раз говорю, это видео набирает, сколько я сказал, 30 лайков.
и как минимум 500 просмотров, и эта игра остается на моем канале. Если наберет больше 1000 просмотров, то она будет станет постоянной, как и Motor Depot. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотры. Кто досмотрел это видео до конца, обязательно ставь лайк. Подписывайся на мой канал, пиши хорошие и добрые комментарии. Не забывай про колокольчик. И всем пока!